Skip. For dinner. When now? Is that enough chocolate sauce, Jeffy? Как-то кролик Шорк захотел сделать что-нибудь полезное для своего домика. Он решил смастерить скамейку, чтобы сидеть на ней с друзьями по вечерам. Он делал ее несколько дней, наконец сделал и покрасил. Рядом с Шорком жил ежик, который часто заходил к нему в гости. Здравствуй, Шорк. Шорк! Это когда что-то суфанное, ленивое, очень тяжелое и неподъемное, как бегемот, становится легким, как облако, и летит. Что-то я запутался. Сначала, понимаешь, вдохновение, теперь бегемот. Чего тут непонятного? Бегемот — это образ, как бы что-то тяжелое. Когда ничего не получается! А когда приходит вдохновение, то все получается.